Книжная выставка «Изотом» строится на сочетании двух форматов – дискуссионного клуба и выставочной площадки. Почетными гостями и спикерами мероприятия станут выдающийся писатель Леонид Юзефович, известный лингвист Максим Крангаус, музыканты Олег Нестеров и Сергей Летов, поэт Дмитрий Водейников, известные прозаики, лауреаты множества премий Александр Снегирев и Александр Пелевин, детские писательницы Нина Дашевская и Виктория Татур, заместитель главы редакции Елены Шубиной Алексей Портнов и популяризатор науки Сергей Корнеев. В организации выставки также примут участие независимые издательства страны. Новоуральцам будут представлены книги, которые никогда не попадали на прилавки городских магазинов. Это небольшие издательства, которые специализируются на интеллектуальной литературе и, в общем, ну, вот опять же, задают, формируют вот эту современную гуманитарную повестку культурную. Вот. Их будет порядка 15 где-то, наверное, экспонентов, и жители Новоуральска смогут, в общем, думаю, составить полное представление о том, что собой сегодня представляет та часть книжного рынка, которая не доходит до новоуральских магазинов, до магазинов Свердловской области и вообще до магазинов любых нестоличных магазинов, скажем так. Проект обеспечивает возможность прямого диалога между писателем, издателем и читателем. Также в рамках форума предусмотрена серия мероприятий для самых юных новоуральцев. Программу завершит розыгрыш кубка по чтению вслух «Открой рот» – этап одноименного всероссийского чемпионата, охватывающего главные литературные мероприятия страны с финалом в рамках Центрального книжного события России – фестиваля «Красная площадь 2023». «Изотом» пройдет 24, 25 и 26 июня в детской библиотеке. Вход на все мероприятия выставки свободный. Елена Мельникова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.